Еще одна игра за Слима. Мне в последнее время монстры попадаются такие, какие, которые нас шатают просто. Я офигеваю. Нас даже шатнул один бегемот. Не просто шатнул, он шатнул нас в обороне. То есть он действительно хорошо умеет играть. И просек фишку, фишки бегемоту. Я вот из одной игры сейчас ливнул, потому что нас Кракен начал шатать. Ужасно жестко с нами поступали, тем более мы были с Well, то есть валили. Наш хил был, она первые где-то полминуты сразу же схватила один страйк, потом схватила второй страйк, потом просто сдохла, блин, и все, мы остались без хила. Я не знаю, какого хрена вообще выбирать валили. Я потом, я играл Торвальдом, я играл Вороном, все как-то нехорошо было. И решил, пошли они в жопу, блин, буду хилом. Не знаю почему, у меня чаще всего в последнее время, скажем так, есть желание играть хилом. Именно в многопользовательских играх. Наверное, я просто люблю играть саппортами. А если я играю, допустим, MMORPG какие-нибудь, я обычно люблю играть танками. То есть у меня какое-то наслаждение то, что люди могут на меня понадеяться. Если я играю танком, соответственно, я держу агро. Но в этой игре танком играть никак. Я знал одного парня из Баде. Он был мне другом. Он был повстанцем, как ты. Ах, так он был солдатом Василиска. Как его звали? Неважно. Он мертв. О, а, ясно. Он был из первого поколения. Когда они с ним закончили, он был уже монстром. Да, с первыми все пошло не так. Говорили, технологию не смогли отработать. Он слетел с катушек. Он вроде не служил даже. Вижу, тебе птиц. Повезло, что ты из третьего поколения. Ты знаешь, что делать? О, просто да. Не дай ему умереть. Повезло так повезло. Давай, Гоби, найди нам большое чудище. Что-то я даже не посмотрел, против кого мы играем. Это следы призрака. Так, пойдем за нашим трапером. Траппер должен быть жив, а у штурмовика если что, щит есть. Так, жука отправляю к нашему штурму. Лично мне понравилось почему-то с ним играть, но на самом деле тут ничего сложного в игре за него. Просто нужно спамить вашу винтовку. Давай, Гоби. Вон там, вперед! Оно так. Там, вон там. Мы его немножко попугаем, чтобы он сполошился. Возможно, он будет паниковать и... Ух, ёб твою мать. Ушел. Вижу. Молния! Леопард! Спасибо. Ненавижу леопардов. В порядке. Не благодари меня. Ну, если только чуть-чуть. Мать твою, собаки всякие. Поле готово. Жду клиентов. Так, где наш солнышко? Постарайся, чтобы тебя не съели. Смотрите, падальщики нашли труп. Траппер, блин, дальше всех убежал. Понятное дело, он быстро бегать умеет. Это немного то, что нам требовалось. Что? Немного не то, что нам требовалось. Вперед! Есть! Гоби нашел его!
он о нас даже не догадывается. Так, надеюсь, я попал в него действительно. Бобби! Призрак в прицеле! Зараза! Да, попал. Чувствуешь запах? Время придется к нему привыкнуть. Тебе лучше? Всегда пожалуйста. Так, исцеляющее поле заряжено. Так, солнышко похилим. Рапер, где он наш? Меджук активирован. Пошел. Тебе лучше? Всегда пожалуйста. Попал. Щит едва держит. Щиту конец. Призрак, ты сдохнешь так же, как остальные. Так, держи жука. Давай, залезай. Хотите подлечиться? Небольшой заряд энергии от вашей стрекозы. Он там. Так, исцеляющее поле заряжено. Здесь оттянут. Скоро он умрет. Ты что, блядь? Торвальд, мать твою. Щиты! Я снова в твою. Спасибо. Дрон 858, защищай нас! До конца! Медик! Меня задело! Летнее поле готов! Ну, блять, это Армадон, блин. Мне нужна помощь! Есть маскировка! Давайте сюда! Подъем! Купол отключается! Сюда. Щитов почти не осталось. Щиту конец. Мимо. Вот дерьмо. Так, лечись. Спасибо, я отвык от людей. Чувствуешь запах? На время придется к нему привыкнуть. Защитный дрон запущен! Он набрасывался на меня! Небольшой заряд энергии от вашей стрекозы! Не вижу его. Призрак, видишь меня? Я твоя смерть! Яблочко! Лети! Хотите подлечиться? Давай, Коби! Ну давай! Так, за нашим Торвальдом будем бежать пока. Не хочу, чтобы этот парень помер. Он хоть и фашист. У него гер написано на нике. Где тут монстр? Мы же с немцами сейчас как бы это. Пока по миру. Вперед! Справился, я же говорил. На нахер. Защитный дрон запущен! Че, мы его упустили, что ли? Да ну нафиг. Бобби, сюда! Лечись!
лети! Это вообще нехорошее дело. Извини, хищник, мы не любим конкурентов. Давайте за птицами! В яблочко! Может быть, и попаду. Здесь тиран! Бахнута не мерзко, зато отлично действует. Я твой должник. Однажды и я тебя спасу от тирана. Исцеляющее поле готово. Жду клиентов. Ну конечно, бляха-муха. Ёбаный тиран. Ёбаный тиран, блядь. Я открыт! Помогите встать! Коби! Пиздец, блядь. Это просто идеально, блядь, было. А вот и исцеляющее поле. Призрак в прицеле. Что, идем в оборону, наверное. Большое чудище. Огонь! Коби! Призрак, ищи себе другую вселенную! Убейте этого хищника! Гоби, сюда! Надо, главное, быть на виду у дрона. Там все будет более-менее хорошо. Come on here, medic. Medic, come here. Take the buff. А вот и ты, ублюдок! Зараза! Призрак в прицеле! Как тебе? Я ранен! Ил. Как ощущения? Сюда, птичка. Он там, Гоби нашел его. Хотите подлечиться? Так, народ, мы для него почти незаметны.
порядке. Ударь меня. Ну, если только чуть-чуть. Призрак, он мой. Мимо! Вот дерьмо! Бобби, сюда! Хотите подлечиться? Тебе лучше? Да, пожалуйста. Кажется, победа близко. Отлично! Давай драться, урод! Слишком медленно. Надо наложить пару швов. Сука! Щиты сняты! В следующий раз приводи больше чудищ. Как-то так. Медиком все-таки мне попроще играть, намного. Это единственный медик, который мне действительно понравился. Аквамен. Реально Аквамен. Эффективность. Не так часто я попадал, но потому что это призрак, ему сложно попасть. Но все равно он оказал нам челлендж. Очень даже хороший челлендж. Как-то так.